Как будет проходить перерасчет пенсий бывшим сотрудникам силовых структур, проконтролируют оппозиционеры. Об этом заявил лидер оппозиционного блока. Тем более, что политсила всячески помогала бывшим силовикам добиться повышения пенсий. Но, по мнению Юрия Бойко, увеличение выплат на 1500 – это слишком мало. Мы тоже в этом участвовали, мы им помогали, мы пошли в суд. Мы обратились во все инстанции для того, чтобы привлечь внимание к этому. Мы поддерживали их на массовых акциях. Слава Богу, что процесс пошел. 1500 это не соответствует тому уровню, который должен быть по нормативным документам, поскольку пенсии не пересчитывались у военных пенсионеров с 2012 года. Все должно быть справедливо. Если люди заслуживают этого, есть нормативные документы, пожалуйста, пересчитайте.